Мы поедаем с первого дня рождения солнечный свет. Но фотосинтез прагматичен, и он в ответ пожирает все. В этом творческом обмене, дорогая, никакой трагедии нет. Мне бы только поднять свое я, а потом хоть куда, хоть в песок, хоть в йо. Останови часы черной дырой, развеять над морем свой пах. Что делать? Вопрос опоздал, Гаврил протрубил отбой. Восстановил пищевые цепочки, отменил мертвецов в гробах. Но никто из них не поднялся, они не сдались, они остались сами с собой. Не стоит вставать в собары, федераты одухотворены. Но кризис идей на земле, нас опять что-то тянет вниз. Всем спать, всем спать, всем спать. Поет телевизор, мы живем, чтобы видеть сны. Но хочется что-то делать, пока еще не все родились. Как устали мы прыгать в рай, в кипящее молоко. Ты спросила, кто стал помоложе, отвечаю с любовью, любовью. Идола тому не страшен позор. При коммунизме человек теряет личность, батальонам она не нужна. Капитализм человека делает вещью, а на каждую вещь есть вор. Очень хочется верить в иное, но как испить эту чашу без дна? Возвращение человека к себе, расточительный труд. Куда нас несет, кто знает, но трусливое во славе. Контролируя хаос равных возможностей, цивилизационный суд. Но в эти трудные дни важнее всего оставаться верным себе. В нас играет солнечный свет, нас греет любовь и тепло. Мы замурованы торцом, окаянную вечную жизнь. Только вспомнить это в себе достаточно тяжело. Будь собой, дорогая, добра. И, конечно, держись. Бессмертный свет, конечным жизнь, ушедшим свет, живым словам.